Ну, ребята, держитесь. Сегодня у нас мегаэпичная битва. Самый мощный смартфон 2018 года против мобильного аппарата с самой крутой камерой в мире. Уже догадались, кто участвует в битве? Конечно, это Xiaomi Mi 8 и Huawei P20 Pro. Вы готовы наперед сказать, кто из них круче? Дизайн и эргономика. Если сравнивать размеры корпуса этих двух флагманов 2018 года, они отличаются десятыми долями миллиметра. Оба смартфона являются лопатами с диагональю экрана 6 с лишним дюймов, и держать их в руке не так удобно, как, например, Honor 10. Материалы корпусов смартфонов тоже одинаковые, стекло и металл, впрочем, как и подобает всем современным флагманам. Но у Huawei есть одно преимущество, про которое я уже рассказывал в прошлых роликах. Красивая, переливающаяся разными цветами задняя панель корпуса. Так что первый балл отдается Huawei P20 Pro. Счет открыт. 1-0. Дисплей. И там у нас очень качественная AMOLED-матрица с разрешением Full HD+, широким динамическим диапазоном HDR10 и защитным стеклом Gorilla Glass 5-го поколения. Но Huawei P20 Pro может противопоставить значительно меньшую по размерам челку, что позволяет уместить больше информации в верхней строке. У Mi 8 челка получилась очень большая, даже больше, чем на iPhone 10. Да, там присутствует аппаратный Face ID, но на практике скорость разблокировки по лицу обычный пользователь даже не заметит. Huawei P20 Pro получает еще один балл. 2-0. Камеры. Я не буду подробно останавливаться на характеристиках камер, ведь вы и сами можете найти их в интернете. К тому же, я думаю, и так все знают, что на Huawei P20 Pro они круче. Здесь целых 3 камеры, вторая из которых монохромная и дает снимкам более широкий динамический диапазон, а третья имеет 3-кратный оптический зум. Давайте посмотрим, как они ведут себя на практике. В дневное время суток разница между фотографиями практически незаметна. Кстати, это касается не только двух сегодняшних моделей, но и большинства флагманов других производителей. Днем реально сложно понять разницу. А вот когда мы начинаем пользоваться увеличением, тут, конечно, выигрывает 3-кратный оптический зум на Huawei P20 Pro. При приближении снимки получаются значительно более детализированными, чем на Mi 8. Но самая большая разница в качестве съемки обнаруживается ночью. Здесь у P20 Pro явное преимущество. Снимки значительно более качественные и детализированные, а цвета получаются ближе к естественным. Смартфонов, равных P20 Pro в ночной съемке, пока не существует, так что балл однозначно отдаю ему. Вот черт, счет становится 3-0 в пользу Huawei P20 Pro. Неожиданно. Производительность. Думали, что флагманы в этом раунде смогут эпично посражаться, но, видимо, этого не будет. В Antutu Huawei P20 Pro с фирменным чипсетом Kirin 970 показал лишь 210 тысяч баллов. Это ниже, чем у iPhone 10 и Samsung Galaxy S9. А вот наша китайская новинка Xiaomi Mi 8 кладет всех на лопатки. Со Snapdragon 845 и 6 гигабайтами оперативной памяти китайцы смогли так настроить платформу, что она выдает более 300 тысяч баллов в Antutu. Это рекорд. В играх точно не будет никаких просадок FPS. Давайте засыпем Xiaomi лайками за этот рекорд в сегменте смартфонов. В батле по производительности выигрывает Xiaomi Mi 8. Теперь счет составляет 3-1. Ну не в сухую, уже хорошо. Автономность. Huawei P20 Pro со своей аккумуляторной батареей на 4000 мАч обогнал по времени автономной работы такие смартфоны, как Sony Xperia XZ2, iPhone 10, Samsung Galaxy S9, в том числе и Xiaomi Mi 8, который имеет аккумулятор всего на 3400 мАч. При активном использовании в течение дня Huawei P20 Pro продержится на 1-2 часа дольше, чем Mi 8. Пускай это и не очень существенно, ведь на ночь все равно придется ставить заряжать, но 1 балл я вынужден отдать Huawei P20 Pro. Теперь счет 4-1 в пользу Huawei. Цена. Стоимость смартфона является немаловажным фактором при его выборе, ведь за Huawei P20 Pro мы должны выложить примерно 50-55 тысяч рублей, в то время как, например, Honor 10 стоит всего 26, а отличается только дисплеем и камерой. Xiaomi Mi 8 смотрится более выигрышно по цене, чем Huawei P20 Pro, ведь его можно найти за 31-32 тысячи рублей, что в 1,5 раза дешевле, чем P20 Pro. Итак, у нас со счетом 4-2 побеждает Huawei P20 Pro. Как видите, Huawei P20 Pro достаточно легко досталась победа в этой битве, но вы ведь должны понимать, что не всегда есть смысл переплачивать практически 20-ку за топовую камеру. Если вам нужен просто мощный, хорошо сбалансированный смартфон, то лучше приобрести Xiaomi Mi 8. Также многие меня просили сравнить Mi 8 с обычным Huawei P20. Ребят, но здесь исход битвы будет совсем другой. Mi 8, конечно же, выиграет, ведь у P20 нету всех тех фишек, которые нам так нравятся в P20 Pro. Здесь не такая крутая камера, нет аккумулятора на 4000 мАч, ну и здесь обычная IPS-экран, а в комментариях напишите сравнение, каких смартфонов вы еще хотели бы увидеть на нашем канале. А теперь игра. Угадайте, что это за смартфон? Он является рекордсменом по емкости аккумулятора.